Быстро поехали. Родина шампанского. Франция. Франция, шампань, да. Друг крокодила Гены. Чебурашка. Да, где живут пингвины? На севере. На севере? На юге, на южном поле, в Антарктиде, да. Чем дышат рыбы? Жабрами, да. Кто, гусь, свинье, кто? Не товарищ. Дюжина это сколько? 12. А четвертак? 25. Молодцы. Что было на советском флаге? Серп и молот. Серп и молот. Когда, говорят, Христос воскрес? Воистину воскрес. Отвечаю, воистину воскрес, да? Как в том анекдоте, когда у грузина говорят, слушай, Христос воскрес, он говорит, ой, молодец! А кто открыл Америку? Колумб. Да. Чем едят суши? Палочками. Да, как моряки называют компас? Компас, да. Кровавая Мэри это томатный сок и... Бота. Это все знают, молодцы. Иветта, Лизетта, Мизетта, Жанетта и... Жоржетта. Это. Что изобрел Макинтош? Макинтош, да, непромокаемый плащ, молодцы. Какое число делится на один? Один. Все молодцы, да, действительно, любое число делится на один, даже ноль. Как звали трех поросят? Не снив, молодцы! Что у царя на голове? Корона. Хорошо. Где смерть Кощея? В яйце. На конце иголы. Кто по национальности смуглянка? Молдаванка. А что сказал Гагарин? Поехали. Да, а что он при этом подумал? Мы что, с ума сошли живого человека в космос запускать? А что, у всех крыши? Поехали. Кто кричал Архимед? Эврика. Куда впадает? Волга? Каспийское море. Где танцуют ГПК? На Украине, да. Как звали Д'Артаньяна? Михаил Боярский. На самом деле в этом романе один единственный раз упоминается его имя. Причем в самом начале, на первой странице. Шарль его звали. Шарль Д'Артаньян. После этого он был только Д'Артаньян. Кто придумал кубик Рубика? Рубик, правильно. Как кричат ослы? И они очень похожи. Что разводят тюкчи? Олени, да, конечно. Кого? Правильно. Кого? В городе Сочи темные баранкин будь. Хрены речки. Не слаще. У папа была? Собака. Правильно. Фамилия Николая Второго. Романа. Молодцы. Сколько всего Олимпийских колец? Пять. Откуда родом Илья Муромец? Муромец. Сколько рублей лимон? Миллион, да. Кто ездил на печке? Емеля. Да. Что делит угол пополам? Пятикрица. Точно. Столица Древнего Рима. Рим, конечно. Браво, аплодисменты. Это сложный вопрос. Некоторые туристы просто сомневаются. Что Клара украла у Карла? Кораллы. Конечно, сейчас. Это Карл у Клары украл корабль. А Клара у Карла украла корабль. Но в основном молодцы. Браво, аплодисменты всем.